тоже красивый голос. А где второй микрофон? Раз. Гульнас. Вот, ну, вы самая взрослая, я так понимаю, да, из всех, 22 года, взрослый, 23 даже. Но голос вообще, на самом деле, вот, женский, он формируется лет, ну, до 25, до 26, вы еще будете крепнуть, еще вызревать, и потом еще. То есть голос, он, ну, у вас он уже сформирован практически. Я бы хотела что добавить? Я даже там что-то записала. Можно мне вот эту папочку? Какие-то замечания свои записала. А, ну это вот касается, это касалось конкретно вот этой вещи, да, At Last. Что-то все ее так полюбили. Молодец в том плане, что фразируешь, вот у тебя фразы добиваются, потому что это Джеймс, это то, что в рекламе звучит, это Джеймс поет. Вот меня очень раздражает эта реклама. Почему? Потому что она фразу обрывает. Я терпеть не могу, когда фразы люди не добивают. Это антимузыка, антипрофессионально. Она поет At last, my love has come along. Вот фразировка американская, блин, певица. Извините, конечно. У тебя это. Я сейчас думала, уши заткну, наверное, то же самое. Нет, молодец, все допела. Умница. Но у тебя были невнятные какие-то верха вначале. То ли волновалась, то ли не собрала. Девочка-пианистка, молодец тоже. Где она? Музыкальная очень девочка, молодец. Немножко невнятные были вот эти верха. Как? Пересохло, да? Понятно. Значит, что я хотела сказать? А второе что пела? Так. Там спирт был? А, труба. Трубу имитировала, да? Молодец тоже. Но эта вот музыка как раз, она ведь, это вот как раз из области мюзикла. То есть это нельзя назвать чистым джазом, это скорее мюзикл такой. Ну, направление. Кто-то любит, кто-то нет. Я лично не люблю мюзикл. Ну, он есть как бы, но имеет право на существование, да? Вот. Ну, хорошо спела, молодец, трубу хорошо спела. А можешь попробовать посвинговать, поимпровизировать, да? Вот «Осенние листья», допустим, вот известный стандарт, знаешь его? Та-да-да-ди, ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба. До минора, давай. Ду-ду-ду-ду-би. Начало. Фраза. Хочу сказать, вот такая музыка, ну-ка такая, конечно, если когда-нибудь будешь петь, требует очень четкого штриха. Язык активный, челюсти максимально, минимально задействованы челюсти. Не надо вот так вот, это мешает вам. Дикции вам рассыпается дикция вся. Вот, надо зафиксировать, как на трубе играете. Вот скет это что? Скет это не что иное, как имитация духового инструмента. Это пошло откуда? Вот играл человек, играл. У него там эмоции уже перекрестил на то. Он просто запел. А так как они духовики, они очень грамотные. Народ великолепно владеет все штрихами. Да? Вот они как играют, они языком играют. У них язык активный. А челюсти зафиксированы. Вот тебе и скет.
А не то, что наши, так сказать, доморощенные вокалисты пытаются выдать за импровизацию. Там какие-то невероятные вещи иногда я слышу. Но надо от этого избавляться. Надо учиться петь правильно. То есть почему правильно? Уважать эту музыку. Вот надо с уважением. Если вы беретесь за это, уважайте первоисточник и исполняйте в соответствии со стилистикой. Да? То есть грамотно, правильно. Штрих. Ду-да-ду-да-ду-ди-ди. Попробуй. Вот просто посвингуй. Ну, молодец, молодец, Гульнас. Музыкальная девочка. Немножко надо фразировкой позаниматься. Фразировка – это что значит? Спела, помолчала, паузы должны быть. Паузы. Так, молодец. У тебя вопросы какие-то есть? Конкретные, может быть, хотела задать что-то? Ну, хорошо, давайте. Молодец, умница. Но вот тоже больше, наверное, нравится современная музыка, да? Не сказать? Все нравится. Ну, хорошо, молодец.